30 октября 2023 год. И афоризм на сегодня будет такой. Первый в истории человечества вопрос был поставлен Адаму ребром. Написал 26 мая 2011 года этот афоризм. Любопытно, что на сегодня припал библейский сюжет. Учитывая еврейский погром в Махачкале, антисемиты у нас украинцы, то бишь мы, да? А еврейские погромы в России. Мне, наверное, надо каждый афоризм сейчас свой начинать со своего же афоризма, написанного 26 октября 2015 года. Россия будет первой страной мира, которую съела моль. Этот плешивый недомерок доконает Российской Федерации. КРФ-агент должен быть разрушен.